В редакцию газеты «Белоглинские вести» Александр Лысунов, житель села Белая Глина, обратился по направлению центра занятости по поводу работы водителем. В феврале месяце центр занятости послал к вам. Водитель нужен был на легковую машину. Я пришел, а вы мне сказали, что уже взяли человека. Вот. Объяснили, что требуются, какие командировки бывают, не бывают. Вот. Но, к сожалению, я с работы не получилось, так как вы уже взяли. Сутки или двое, по-моему, я опоздал. А потом, уже попрощавшись с вами, вы мне вслед говорите, давайте, чем могу, помогу вам. Дам объявление в газету. Вот. Я говорю, да ну стоит, кому сейчас как бы такой рынок, что спрос превышает, наверное, предложение. Но все-таки оставил свой номер телефона. Сам того не ожидал, через несколько буквально дней звонок. Звонят с Нивы, требуется водитель на кормовоз. Требуется водитель с категории Е на КамАЗ, на новый. Поехал, поговорил с механиком, с Завгаром. Собеседование прошел с председателем, с главным. Дали испытательный срок, вот, 3 месяца отработал. Как бы таких претензий нет. Вот, взяли на работу, до сих пор не верится, что так вот случайно и нашел работу стабильную, достойную, с зарплатой. Так что пришел поблагодарить главного редактора, выбрал время, нашел работу благодаря газете. Вот, спасибо большое редакции.